Привет! Это самые скоростные и самые интересные премьеры июня. Ничего лишнего! Начали! Если тебя разочаровала бессмысленная колонизация Андромеды и все деньги ты потратил на лутбоксы в далекой-далекой галактике, качай бесплатный экшен Star Conflict. Здесь ты сможешь без лишних заморочек создать свой звездный флот и сразиться с другими игроками. Модифицируй и улучшай корабли, изучай загадочные туманности в открытом космосе и объединяйся с друзьями. В Star Conflict тебя ждут битвы ПВП, войны корпораций, сюжетные миссии, схватки с боссами и сражения исполинских дредноутов. Качай Star Conflict бесплатно по ссылке в описании и получай ценные бонусы. 7 июня. Мир юрского периода 2. Ничего зрелищнее в начале лета не будет. Помните парк с динозаврами из первой части? Оказалось, что он стоял у подножия вулкана. Ну так вот, этот вулкан проснулся. И пускай заведение закрыто, герои возвращаются на остров, чтобы спасти его уникальных обитателей. Реинкарнация. Очень классный трейлер. Возможно, это не просто лучший ужастик июня или лета. Есть вариант, что «Реинкарнация» — лучший фильм ужасов года. Умирает старуха. Именно старуха тяжела характером была, не любили ее. Семья пытается жить дальше, но оказывается, что смерть близкого — лишь начало кошмара. 14 июня. Суперсемейка 2 от авторов первой части. Возвращение той самой суперсемейки на наши экраны. Детям точно понравится. И даже больше, мультику есть чем детей поучить. Ведь сиквел расскажет как раз о том, насколько же тяжело воспитывать малышей. Мир будущего. Старый добрый постапокалипсис. Зная фильмы Джеймса Франка, нас ждет что-то даже безумнее безумного Макса. Да, просто масло масляное, но блин. Так вот, трейлер какой-то путанный-перепутанный. Есть свихнувшийся бандит, есть мальчик, который хочет спасти маму, и есть девушка-робот, и все это на локациях мира, испепеленного ядерной войной. Романтика. Невероятные приключения Факира. Штука очень яркая, очень динамичная. Французы в последнее время много хороших комедий сделали. Так вот, бедствующий факир оказывается в Париже, влюбляется в девушку, ночует в Икее, а просыпается не весть где. Ведь шкаф с ним внутри кто-то купил. 21 июня. 8 подруг Оушена. А черт знает, что из этого выйдет. Охотницы за привидениями веру в женские перезапуски не вселили. Да и режиссер не Содерберг. Мы заочно тут оставим. Но советовали бы относиться к кино с осторожностью. Сюжет. Опять грандиозное ограбление. Только грабит не Дэнни, а его сестра. Одичалый. Но наши переводчики назвали «Сага о чудовище». «Сумерки». Тоже фильм ужасов, но уже средней руки. Слабее реинкарнации. По крайней мере, судя по отзывам. Анна 16 лет жила отшельницей вместе с отцом. Он запугивал ее историями о монстрах. Ничего так, папаша. Но вот девочка вырвалась в цивилизацию. Ее приютил местный шериф. И вроде бы жизнь наладилась. Однако папины страшилки стали воплощаться в жизнь. 28 июня. «Убийца 2. Солдат». И в нашем переводе также скучно. «Убийца 2 против всех». Но название не показатель. Потому что это сиквел от сценариста оригинала. Жесткий, динамичный и сильный драматический фильм о войне американских спецслужб с наркокартелями. «Ты водишь». Не знаем почему, но мы очень ждем. Вроде и простое кино, но зацепило. Расскажет о самой эпичной игре в пятнашке всех времен. Играют в нее всего 5 друзей. И продолжают эти кошки-мышки уже лет 30. Надеемся, что изобретательная и смешная комедия. «Книжный клуб». Самая забавная завязка в этой подборке. Ради нее и добавили. Вам же нравится подшучивать над 50 оттенков серого? Так вот, тут весь фильм про это. В руки немолодой компании книгачеев попадает тот самый роман. И такая незамысловатая литература вдруг меняет жизни пожилых барышень. Не любите смотреть слишком долгие подборки месячных премьер? Подписывайтесь на наш канал, экономьте свое время. А еще мы не откажемся от лайков и комментариев. Разве что от тех комментариев, что говорят, что текст читает Snail Kick. Неа, фиг вам. Текст читает Кирилл Патрино. Ну а с вами были iVideos. Благодарим за просмотр и до встречи в будущих роликах.